Большое вам спасибо за сегодняшний вечер. Вам спасибо! И знаете что, я вспомнил, подумал, что давным-давно мы уже не устраивали здесь у вас наше традиционное постконцертное мероприятие под названием «Автограф-сессия». Если это и было, то было 100 лет назад, верно? Ага. Тогда вот что, прямо сейчас, после того, как мы закончим сегодняшним концертом, ну буквально дайте нам 10-15 минут для того, чтобы сменить одежду, пропитанную рок-потом, на что-то более чистое и сухое, и мы выйдем в то самое место, где в фойе сейчас развернута точка реализации нашей фирменной атрибутики, для того, чтобы подписать там вам любую поверхность, которую вы нам только для этого предоставите. Есть у вас такое желание? Отлично, отлично. Сразу предупреждаю, что у нас наша автограф-сессия практически всегда плавно перетекает в фотосессию. Я смотрю, многие из вас сегодня захватили сюда фото- и видеодевайсы. Так что, ребят, можно мы сфотографируемся с вами сегодня? Да! Не правда, не падло. Пацаны! Не падло, сфоткаемся, да? От души это тварь! Малорик. Ладно, но это будет еще не скоро. Ну, вернее, скоро, но не так скоро. А прямо сейчас, для, так сказать, ветеранов нашего движения, Сабрин Крал выбил тюрьму. Дурная башка! Дурная башка!
изменилось и у нас в группе, как вы видите, на сцене уже совсем не 4 таракана. Сколько, кстати? Давайте вместе посчитаем. Если, конечно, среди вас еще есть умельцы. Счете. Вместе. Итак. Почему-то 5 иногда не получается. Еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? Или как? Нет, подожди, забуду. Что ты попробуй? Ты, ты знаешь, что ты с математикой? Не, почти ни о чем. Галя? Он физрук. Он физрук. А ты кто? Ты не математик, Галя? Ладно. Сейчас я соберусь. Учитель спрашивает, Гоги, сколько будет 22? 30, учитель? Неправильно. Гири, сколько будет 22? 5, учитель. Ну где-то 5-6, ну не 30. Где-то так, все правильно, ребята, где-то так. Еще раз, два, три, четыре, пять, да? Четыре таракана, четыре таракана.